Члены молодежного парламента Сергиево-Посадского городского округа восстанавливают историческую справедливость. Представители молодежи разыскивают имена воинов Великой Отечественной войны, которые ранее не были указаны на памятных досках. На открытии памятника в деревне Золотилово близ Хотьково побывала наша съемочная группа. Памятником воинам Великой Отечественной войны в деревне Золотилово, что рядом с Хотьково, отремонтировали и обновили список жителей-участников войны. Это совместная работа депутата Московской областной думы, администрации Сергиево-Посадского округа и молодежного парламента при Совете депутатов. В течение месяца молодые парламентарии изучали Центральный архив армии и как результат восстановили память. С удовольствием поддержали эту идею. Мы вот от Мособлдумы нашли средства, чтобы сделать эту плиту, добавить туда фамилии. Наша задача – передавать это из поколения в поколение нашим детям, внукам, чтобы, собственно, никогда не забыли эти события и знали, что наши деды, прадеды дали нам мирное небо над головой. Это и попавшие в плен, и без вести пропавшие, и вернувшиеся с войны, но не указанные ранее жители деревни. В Золотилово уходили на фронт целыми семьями, одних Мухиных 15 человек. На старой гранитной плите было указано 32 участника Великой Отечественной войны, и через Центральный архив Министерства обороны было найдено еще 24 человека. У нас планируется открытие нового памятника в Устинке вообще с нуля. Там обратился староста деревни, и также через Центральный архив мы прорабатывали. Нашли 29 человек, участников войны. Несмотря на режим самоизоляции, в городском округе продолжается работа по сохранению памяти о священной войне 1941-1945 года. Семен Семенов, Сергей Власов, День города. В этом году мы отмечаем юбилейную дату – 75 лет победы в Великой Отечественной войне. К сожалению, он пройдет не так, как мы себе это представляли пару месяцев назад. Но мы все равно будем едины. Праздник придет в каждый дом, в том числе и благодаря телевидению. 9 мая мы будем работать для вас 24 часа. В эфире телеканала «Тонус» мы покажем, что происходит в Сергиево-Посадском городском округе в День Победы. С помощью нашего телемарафона вы сможете увидеть на своих экранах участников войны и тех, кто сейчас рядом с нами, и тех, кто не дожил до этого дня. В День Победы в нашем эфире мы будем принимать поздравления от известных людей нашего округа, знаменитых на всю страну актеров и музыкантов. Фильмы, концерты, телепередачи будут посвящены героям Великой Отечественной войны и их потомкам, которые помнят о подвигах тех огненных лет. Акция «Бессмертный полк» пройдет в нашем эфире в 15 часов. Вы увидите своих родных, друзей, земляков, которые попадали в объективы наших видеокамер, шествуя по городу с портретами своих победителей. Специальные выпуски новостей выйдут в эфир 9 мая в 13 и 16 часов, а также в привычное для вас время 18:20 и 21:30. Встречайте День Победы вместе с нами. Смотрите телемарафон «Направление Победа» 9 мая.